Надя, привет! Ко мне, значит, бабушка приехала в гости, а бабушка ко мне никогда с пустыми руками не приезжает. Обычно она приезжала с лозиной, а тут приехала с картошкой, с тремя мешками. И, ну вот, вот я доказательство, я сейчас иду с картошкой и направляюсь я к тебе. Потому что бабуля посмотрела твою программу, все будет смачно, вот тот выпуск, где вы готовили блюдо из картошки. И теперь у меня каждый день блюдо из картошки. Мне кажется, у меня скоро будет чай из картошки. А я говорю, бабуль, ну можно же сделать что-то другое. Ну не только же украинские блюда есть из картошки, какие-то другие. Она говорит, слушай, внучок, ты что у нас путешествуешь? Давай-ка, ты должен знать 1001 рецепт. И тут я подумал, что не знаю я ничего. Подскажи, а? Вот я прям к тебе сейчас с этой картошкой иду. Холодно на улице, а у вас тепло.